Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Я решил вам показать, какой у меня был прогресс в моей изодинамической гимнастике. Что у меня там получалось, что там не получалось. Итак, сегодняшнее занятие я практически полностью выложил, а после каждого упражнения я добавил, какие у меня результаты были. Вот именно в это время, в районе 12 октября, были в 20 году, в 21-м, в 22-м. Итак, мы с вами смотрим. Вот я тут собираюсь поднимать. Первый вес у нас идет 440 килограммов. Здесь очень важно это не перехватить лишку. То есть важно размяться, потому что если поставить сразу большой вес, это как-то большим весом можете сразу себя задавить, и у вас ничего не будет, не получится. То есть здесь надо все-таки разогнаться. Ставится 620, давится, как видите, давится, все нормально. Можно сказать, нормалечек. Все это, да, хорошо продавливается. Вот. 720 было 740. То есть это... Подчеркиваю, занятие идет на 70-м уже году жизни. Итак, теперь сразу после 620 я ставлю 740. И такое возможно, когда вы чувствуете, что вы уже размялись, что готовы. Итак, начинается давление 740 килограммчиков. И вот они оторвались. То есть было. Главное, отрыв — это то, что было. А вот в 20-й год, здесь 20-й год, 400 килограммов я давлю лихо. Там-то вообще во время этой тренировки было и больше, но я давил, помогал руками. 21-й год, 620, видите, как я колбасил. Раз, два. Есть такое. Теперь 22-й, 600 килограмм, к сожалению, я... Не ставил больше, но каждая тренировка 600 килограмм на два разика. Хотя там было и побольше. Итак, продолжаем нашу тренировку сегодняшнюю. Начинаю. Я обычно начинал со 180 килограмм, но это вот уже несколько занятий. Я начинаю со 160. Можно так сказать, произошел некий откат. То ли уже сказывается возраст, то ли еще какие-то вещи, которые предстоит выяснить, разобрать. Но пока мне не удается подцепить силу с пространства и ее использовать. Поэтому используем свою. 180 килограммчиков, ну, 180 давится нормально. Хотя давились раньше и полегче бывало. Бывало чай и полегче. На этом занятии я ходил и на вес 200 килограмм. Но, увы, не стоял. Вот потом поставил 190. И 190 на два раза. И надо было, знаете, вроде как настроился. Раз, что-то как ломается. 20-й год. Смотрите, видите, хорошо давлю, 180 килограмм. То есть вот тогда что-то, то ли молодость еще, молодость была. Ну, годы, вот 180 килограмм, 21-й год. Как раз меня в это время снимал Спиридонов Дмитрий. Знаменитая та съемка, можете посмотреть у него на канале. 22-й год. А в 22-м году, видите, я поставил даже 210. И смотрите, как лихо, можно сказать, раз оторвал. Ну, самое лучшее у меня 220 вообще-то. Ну, вот последнее время, видите, вот 190, 200 и все. Штанга на поясе, основное упражнение. Я решил начать, так сказать, с... 710 килограмм. Обычно там 700 килограмм, это так, знаете, в отребенке бывает. Думаю, 210 подниму, вернее 910 подниму и хорош. Ну вот смотрите, как это поднимается. Не так, чтобы это уж легко было. Ну, поднимается. Опять-таки, надо войти. Вот на каждом упражнении надо как-то размяться, настроиться.
И тогда что-то будет получаться. 710 сделал. 710. И теперь я ставлю. Видите, как блинчики поменялись. Джик. Ставлю 800 килогерц. Это вот хорошо вам будет сравнить, как я, допустим, в 2020 году поднимал какой вес, и как сейчас просто в результате просто тренировки не максимальный вес. Итак, 800 килограмм. И поехали. Нормально, 800 килограмм хорошо пошло. Отдаем еще разочек. 800 килограмм. Ну что, на два разика. Пошел висяка. Так. А вот теперь я ставлю 910. Потому что в прошлом занятии у меня было 900. Думаю, ну хоть на 10 килограмм будет у меня какой-то там прогресс. Ну вот смотрите. 910 килограммчиков. Набычиваемся. И пошел отрыв. Есть отрыв. Иногда бывают такие положения, просто вроде можно и более-менее легко оторвать, а кажется, что очень тяжело. Ну, еще раз оторвал. Ну, не совсем хорошо. Пробовал 940, но неудачно. А вот в 2020 году 450 килограмм, видите? Я думаю, что я давил и побольше в 2020 году, ну а именно вот в эти даты я давил такой вес. И вот видите, 820, я уже в 21-м колбасю на 2. 22-й год, я уже набычиваюсь, видите, уже 900 килограммчиков. Ну вот так вот вы можете посмотреть, как я тут прогрессировал, что со мной было.